Так, ну что, коллеги, ровно 30 минут. Я думаю, пора начинать. Позвольте представиться. Меня зовут Евсеева Юлия Николаевна. Я кандидат филологических наук, эксперт Московского центра качества образования МЦКО, а также являюсь экспертом и ОГЭ, и ЕГЭ. Сегодня с нами в эфире моя замечательная соавтор, коллега Микамба Алина Дмитриевна. Она является старшим преподавателем в российской экономическом... Поправь меня, пожалуйста, Алиночка. Да, Российский экономический университет имени Плеханова. Университет, да, Да, университет прошлого имени качества, да. Плеханова, также является экспертом ОГЭ и ЕГЭ. Дорогие друзья, сегодня мы поговорим с вами о эффективной подготовке к письменной части экзамена, единого государственного экзамена, а именно о задании 38. Я предлагаю следующий план нашей работы сегодня. Надеюсь, мы много времени не займем и будем говорить четко и по существу. Начнем мы нашу встречу с... Ну, я напомню вам формат самого задания 38. Напомню, что там два есть варианта. Далее мы поделимся с вами... Поговорим о предлагаемой нами системе упражнений для подготовки к успешному написанию данного задания. Поделимся с вами теми мыслями, которые у нас были во время ее разработки, что нас на это сподвигло и из чего мы исходили, то есть основная концепция. И, конечно же, приведем примеры, покажем, как это выглядит. Итак, в этом году формат экзамена, в формате экзамена нет никаких изменений. Мы помним, что были изменения в прошлом году, небольшие. Сейчас я про них как раз и расскажу. Значит, мы помним, что два варианта. Чем они отличаются? Ну, в первую очередь, принципиальное отличие – это в виде диаграммы. В одном варианте это таблица, в другом варианте это... Простите, замерло. Pie chart. Круговая диаграмма, так называемая. То есть по коммуникативной задаче. Перед учащимся следующее задание. Imagine that you are doing a project. Представьте, что вы делаете проект на заданную тему. Ну, в данном случае я взяла пример с сайта FIPI. Это тот проект, который размещен в настоящее время. Why an IT career is very popular among Zetland teenagers. Ну, это как раз... Это тема, которая размещена в демо-варианте. Подчеркнула я вот эту фразочку «see the table below». Почему? Потому что как раз там подсказочка, что в данном случае это «table», а в другом случае это будет «pie chart». На что мы еще обращаем внимание? На то, что в самом задании у нас представлено сам план ответа, который мы должны, в принципе, создать. Это... Opening statement, вступление, следующий абзац – это select and report two, three facts. Должны описать 2-3 факта, касающиеся статистики, которая приведена в графике, в диаграмме. Следующим абзацем мы должны сравнить одну-две цифровые величины. И подчеркнуто у меня give your comments. Вот это было нововведением в прошлом году. Если до этого не особо требовали каких-то комментариев и объяснений, то в данном случае это уже является обязательным требованием, что здесь должны ребята прокомментировать. Следующий абзац – это такой один из самых, наверное, проблематичных, где учащиеся должны вычленить проблему. Причем проблема именно касаемо того, той темы, которая указана в задании. Если мы посмотрим, то вопрос для участников опроса звучал как «Why have you chosen an IT career?» – причина, почему вы выбрали карьеру в IT, то проблема в задании должна касаться вообще профессии, различных профессий в IT-сфере. Далее у нас идет заключение. Conclude by giving and explaining your opinion. Опять же, здесь пункт тоже варьируется, меняется. Здесь нам уже надо прокомментировать о важности IT-сферы в принципе в жизни, в современном обществе. Ну, в принципе, вот
Так выглядит задание. Думаю, все с ним знакомы. Вот это второй вариант. Принцип все то же самое. Единственное отличие – это способ представления графического материала. В данном случае это круговая диаграмма, pie chart, так называемый. Пару лет назад был другой вариант, да, были столбчатые диаграммы, но вот остановились на таком представлении. Итак, как же подготовить учащихся к эффективному, успешному, на максимальный балл выполнению данного задания? Конечно, очень много есть вебинаров, материалов, описывающих алгоритмы выполнения данного задания. Это тоже, конечно, хороший способ научить алгоритму, выполнять много-много-много раз тестовые варианты. Это способ работающий, да. Но мы немножечко видоизменили его. Ну, не видоизменили, мы предлагаем немножко свое. Мы сами исходили вот при создании нашей системы, мы исходили, во-первых, из того, что данное задание является наисложнейшим на экзамене, самым сложным и комплексным. Вот что значит слово комплексным? Комплексным – это значит, оно в себя включает какие-то элементы. И мы решили подумать, а какие же элементы туда входят и что делает его комплексным? Вот прежде чем поделиться своими мыслями, я бы хотела услышать от вас. Напишите, пожалуйста, в чат, как вы думаете, ну, начиная там с умения, знания лексики и применения грамматических конструкций, какие еще умения требуются, навыки требуются для успеха на экзамене, именно при выполнении данного задания? Пожалуйста. Как вы думаете, что еще конкретно должен уметь учащийся, чтобы быть успешным? Алина Дмитриевна, есть какие-то варианты? Пока нет. Ждем ответов. Коллеги, ваши идеи. Знать синонимы. Так, замечательно. Синонимы, отлично. Но это все к лексике относится. Анализировать. А что так. Анализировать? Структуру четко знать, вот. Пишут Структуру, у нас. Да, согласна, структуру. Так, анализировать, да, вот что анализировать. Так, клише у нас пишет вариант. Умение получить тоже... информацию о предстоящем экзамене. Формат, наверное, вы имеете в виду, да? Знать формат самого задания, что там надо выполнить, да? Хорошо. Клише это тоже, наверное, отнесем к лексическим единицам. Согласны? Ну, формат самого, да, написания эссе, как я понимаю. Да. Так, иметь знания по теме. Вот, уже О. Так. Стиль изложения, Ага. умение рассуждать. Угу. Так, все замечательно. Так, и что-то еще раз надо написать, наверное, сообщение Ольга Травкина. Так, пока вот на этом. А, уметь сравнивать. Угу. Сравнивать, так. Логичность, замечательно. Да, это наш второй критерий. Так, умение выразить свое мнение, аргументировать его, уметь аргументировать, да. Ну вот, абсолютно верно. Аргументы приводить. Угу. Так, ну, в целом, я думаю, уже понятно, Да, да, картина? да, понятно, да. Мы, Да, в принципе, спасибо, думали коллега. В том же направлении, что и вы. А сейчас я представлю. Значит, ну, знать, уметь и применять лексику, грамматику, это мы уже с вами упомянули. Мы считаем, что еще нужно уметь переводить нелинейный текст в линейный. Напомню, что линейный текст – это обычный текст, вот, печатный, да, к которому мы привыкли. Да? А нелинейный – это графики, диаграммы, pie chart, bar chart, подобного рода. А почему мы считаем, что это важно? Потому что ну, перед учащимся, в принципе, на экзамене лежит перед глазами в самом задании нелинейный текст. Ему нужно не просто его описать, а уметь его проанализировать, уметь интерпретировать ту информацию, которая в нем дана. Следующим необходимым умением мы считаем умение структурировать текст, об этом вы упомянули, обеспечивать связность и его, и логичность. Ну, мы знаем, что это обеспечивается в основном словами, связками, да, это так называемыми линкерами или connectors.
фразами связующими. Уметь выделить проблему. Вы знаете, вот это, мне кажется, это прям особое отдельное умение, которое требует внимания. Почему? Потому что мы знаем, что проблему можно выделять, ну, как говорит Мария Валерьевна Вербицкая на своих вебинарах, что можно ее привязывать к цифровым данным из таблицы, либо же эта проблема может быть связана с темой проекта, а не с конкретно с цифровыми данными. То есть различные способы, взгляды на эту тему. Мне кажется, нам кажется, что это необходимо тренировать прям вот точечно, отдельно. Умение найти подходящее решение. Очень важно не просто придумать проблему, да, но и как-то какое-то предложить решение такое работающее, реальное. Уметь формулировать выводы. Напомню, что в задании мы проблему формулируем, вычленяем по одной теме, а выводы, как правило, по другой теме. Так что этот навык мы тоже предлагаем тренировать отдельно. Ну и наличие идей. Я его, вы знаете, прям отдельно вывела на... выделила данный элемент как составляющий успеха. Почему? Потому что в стрессовой ситуации частенько бывает так, что ребята знают, как сказать, но не знают, что сказать. Именно поэтому нам представляется важным выполнять упражнения на таком текстовом материале, который бы содержал ряд идей, которые впоследствии можно было бы использовать и для формулировки проблемы, и для формулировки решений, и для выводов. То есть облегчить ребятам задачу, так скажем. Прежде чем я передам слово своей коллеге Алине Дмитриевне Микамбо, хочу сказать, что нашу систему упражнений вы можете найти в учебном пособии, которое называется ЕГЭ на отлично, письменная речь, задание 38, описание таблиц и диаграмм. Нет, секундочку. Я еще, момент еще, Дмитриевна, что хочу немножечко рассказать про упражнение, такое вступительное, так скажем, слово, перед тем, как вы реально покажете тексты. Мы условно тексты, упражнения разделили на четыре группы. Это упражнение на перевод линейного текста в нелинейный, упражнение на выделение проблем и их решение, упражнение на отработку лексики и грамматики и упражнение на речевую практику. Алина Дмитриевна, покажите же нам, как они выглядят. Да, замечательно. Спасибо, Ирина Николаевна. Еще раз приветствую всех. Ну, в продолжение сказанного моей коллегой Юлией Николаевной, мне бы хотелось наглядно продемонстрировать то, каким образом возможна вообще работа с нашим пособием. Значит, первое, с чего бы я хотела начать, это то, что в пособии у нас содержится 6 юнитов, и более того, выбор тематики у нас не случайный. Когда мы отбирали темы для нашего учебного пособия, мы отталкивались от кодификатора ЕГЭ по английскому языку. Ну, вы, наверное, хорошо с ним знакомы, вот, и в кодификатор ЕГЭ у нас входит большое количество тем, но вот здесь вот у нас сейчас представлена часть. При подготовке абитуриентов мы уже давно обратили внимание, что большинство УМК, перечня в ГОС, затрагивает на самом деле и уделяет внимание не всем темам. Что я имею в виду? Ну, наверняка вы все работаете, да, таким пособием, как Starlight, Spotlight и прочие как бы разрешенные у нас, да, пособия по ВГОС. И, наверное, вы обращали внимание, что, ну, больший фокус делается внимание на такие темы, как environment или там IT-sphere, internet. А вот такие темы, как family connections, hobbies или entertainment, они остаются немножечко за кадром. То есть получается, что, как правило, эти темы, они были пройдены в начальной школе, да, и вот осталась лексика на том уровне, да, эти тексты были пройдены на том уровне начальной школы, и как бы более к ним не возвращались. Возможно, кто-то из вас сейчас возразит и скажет, что нет, да, в тех пособиях все равно можно найти либо вопросы, либо какие-то темы для обсуждения, благодаря которым можно выйти на обсуждение таких тем, как family там, или hobbies.
Но, тем не менее, набор лексики, лексических единиц, он все равно остается на уровне начальной школы. Согласны со мной, Юлия Николаевна? Абсолютно. Да. Вот. Поэтому, ну, как показывает практика, когда дети сталкиваются у нас уже непосредственно с заданием на ЕГЭ, причем это даже касается не только задания эссе, а также это касается и личного письма, и их просят ответить на вопросы по теме «семья», хобби, развлечения и так далее, получается, что они много что хотят сказать, а средств выражения для этого у них отсутствуют. Вот, поэтому основной как бы акцент мы делали ну, непосредственно на этом. Так, можно, пожалуйста, следующий слайд? Да, конечно. Я бы сейчас хотела вас попросить взглянуть на экран внимательно. Перед вами уже непосредственно первое упражнение из нашего пособия. Упражнения в каждом юните мы предполагали, что должны выполняться в строго предложенном порядке. И вот сейчас как бы вот этот момент запомните, и мне бы хотелось потом обратной связью получить от вас как бы ответ, почему. Почему вы так считаете, что необходимо их выполнять в определенном порядке. Значит, перед вами текст «Fill in the table based on the text» написано в задании. Получается, что это упражнения, которые направлены у нас на перевод линейного текста, простите, линейного текста в нелинейный. То есть обучающимся необходимо прочитать текст, а далее заполнить таблицу. Пожалуйста, я вам даю 30 секунд буквально вот ознакомиться с текстом. Вам хорошо видно, коллеги? Да, замечательно, спасибо. Ну, здесь я хочу немножко прокомментировать, да, что здесь одновременно идет и тренировка поискового чтения, да, scanning. Тем самым. Да, и вообще главной отличительной особенностью вот нашей системы упражнений я бы назвала то, что при написании каждого из текстов, вот в каждом упражнении, мы ставили перед собой задачу внедрить в тело текста как можно больше аргументов, идей, разных точек зрения. Нам хотелось добиться такого эффекта, чтобы вот каждый текст, он бы был некой отправной точкой для дискуссии. И, соответственно, мы насытили каждый текст лексикой, с использованием которой абитуриенты с легкостью бы могли выйти на какое-то либо письменное высказывание, да, либо на ну, какое-то обсуждение этой темы. И, собственно, вот, я надеюсь, вы уже успели ознакомиться с данным текстом. Соответственно, поисковое вот это вот чтение, о котором, да, сейчас говорила Юлия Николаевна, поможет заполнить таблицу и схематически уже нарисует некий план того, о чем можно будет писать в эссе. Более того, лексика... Алина Дмитриевна, простите, мне, честно говоря, пришла мысль даже может быть, сейчас. И я думаю, что можно даже еще и усложнить это задание и убрать, не показывать, так скажем, вопрос для участников опроса, и попросить учащихся самих восстановить вот этот вопрос. А какой вопрос задавали им, чтобы вы вышли такие вот проценты, да. Такие цифровые данные? Кстати, да. То есть таким образом даже обучающиеся лучше понимают саму структуру задания, да, откуда вообще это все берется. Собственно, вот. И, как вы видите, у нас в этом тексте затронуты уже некие проблемы, их причины и, соответственно, следствия. И можно попросить обучающихся прокомментировать каждую из этих проблем, приведенных в таблице, и озвученные проблемы можно сразу выписать для списка идей по теме проблемы тинейджеров. Так, следующий слайд, пожалуйста. Следующее – это второе упражнение, также на выделение проблемы и подбор решения. Посмотрите, пожалуйста, опять дан текст. И вот то, о чем мы говорим, уже в этом тексте мы смотрим на на вот эту вот тематику, да, проблемы тинейджеров немножечко под другим углом. Здесь уже у нас можно выделить другие совершенно вещи. Соответственно, лексика точно так же разнообразна, чтобы можно было выразить свои мысли, да, по-разному, чтобы дети могли перефразировать. Соответственно, в третьем задании просится
сделать следующее. Suggest possible solution in to the problems located in exercise 2. И вот здесь можно вас спросить, пожалуйста, Юлия Николаевна, еще один слайд провернуть. Какие, возможно, вообще выделить проблемы? Ну, например, lack of essential interpersonal communication skills, да, cyberbullying или dropping out of high school. То есть вот еще плюс к первому упражнению, у них, ну, получается, еще к списку их идей добавляется еще три проблемы. И, соответственно, possible solutions. Юлия Николаевна, можно попросить вас, пожалуйста, вернуть на слайд назад? Спасибо. Непосредственно в седьмом упражнении, он у вас представлен сейчас на слайде левее, уже есть таблица, и предлагаются проблемы и решения. То есть, получается, вот мы идем с вами по порядку выполнения упражнений, и к седьмому упражнению мы уже можем заполнить эту таблицу. Проблема, решение. Вот эти вот решения мы можем с вами вывести из некого, ну, как бы диалога, из некой дискуссии с обучающимся, которую мы можем провести в формате мозгового штурма или там дебатов каких-то, и, соответственно, потихонечку-потихонечку этот список добавлять идеями. Алина, вот. Ирина, можно немножечко добавить? Да, конечно. Не столько добавить, сколько обратить внимание, что вот как хронологически у нас идут задания, да, сначала мы предлагаем линейный текст, да, который они читают, и из самого текста вытаскивают эту проблему, да. Далее у нас мы уже предлагаем в седьмом упражнении нелинейный текст, то есть вот эта таблица. И если вы посмотрите, те пункты, которые в задании ЕГЭ-38 меняются, да, проблема. Во втором задании мы предлагаем проблему, выделить проблему, с которой сталкиваются просто молодые люди. А здесь немного изменено в седьмом задании, что outline possible problems that teenagers face at school, в школе, конкретно в школе. То есть вроде бы о том же самом, да, но немножечко ракурс, грань изменена. В принципе, вот что хотела сказать. Да, спасибо, Лена Николаевна. Это очень важно, потому что вот эти вот ключевые моменты в самом задании, я думаю, что вы все, коллеги, прекрасно знаете, дети упускают из вида. Когда просят рассказать про важность, да, не знаю, там, обучение иностранным языкам там, среди взрослых или же для подростков, да, это все-таки будут так или иначе разные аргументы приведены. И дети, это всегда вот эти ключевые вещи, соответственно, теряют внимание. Так, следующий слайд, Юлия Николаевна, пожалуйста, спасибо. Следующее упражнение, немножечко не по порядку, у нас идет пятое упражнение, хотели бы тоже показать его вам. Значит, оно у нас нацелено на отработку лексики и грамматики, но в то же время, несмотря на то, что оно у нас нацелено на отработку лексики и грамматики, точно так же здесь опять новые идеи у нас с вами. Посмотрите, пожалуйста, здесь мы просим fill in the blanks in the text with appropriate linking words from the list. В каждом юните вот это пятое упражнение, оно будет посвящено вот этим линкерам, но мы старались, опять же, из списка всех возможных линкеров и вводных выражений, соответственно, варьировать и, ну, предлагать наиболее трудные варианты. И здесь в этой связи, наверное, хочется упомянуть, что на самом деле это задание, оно не только помогает написать эссе, а также оно подготавливает обучающихся к третьему заданию в разделе «Лексика и грамматика», где нам необходимо из четырех верных вариантов выбрать, бывает, да, в ряде, ну, возможных тестовых заданий непосредственно линкер, и также готовит нас к разделу «Говорение», потому что когда мы готовим обучающихся к четвертому заданию, там, на логическое высказывание, мы тоже обучаем некой логике построения высказывания и требуем от них использования линкеров. Поэтому мы, получается, этим упражнением убиваем сразу нескольких зайцев. Вот. Значит, посмотрите, пожалуйста, опять я вам дам буквально 20 секунд ознакомиться с содержанием и выявить какие-то, да, вещи, которые были бы полезны для наших обучающихся, то есть я имею в виду с точки зрения проблемы и решения.
Ну вот, смотрите, правее, да, во второй части этого задания можно выделить такие вещи, как parents should try not to be judgmental, и a teen should understand that certain behaviors cannot be condoned. Соответственно, эти вещи мы точно так же можем продолжить в список в седьмом упражнении, да, в табличке. Решение к тем проблемам, которые мы выделили во втором. Да. Далее, следующий, наверное, слайд. Шестое упражнение, да. Ну, в данном упражнении мы... Нет, Алина Дмитриевна, прошу прощения, четвертый на лексику. Четвертый, да, извините, пожалуйста, да, немножко здесь плохо видно. Четвертое сначала упражнение. Значит, здесь у нас, соответственно, предлагаются различные варианты описания и сравнения данных в диаграмме или таблице. Когда обучающиеся видят впервые формат эссе, первое, что их вводит, наверное, в ступор, это диаграмма. Они боятся ее, и уж тем более кажется эта лексика какой-то очень сложной, тяжелой для них в первое время. И мы, опять же, из юнита в юнит пытались варьировать и давать разные варианты вот этих вот фраз, которые могли бы помочь обучающимся как бы придерживаться не одного возможного варианта, даже не нескольких, а целого пула вариантов. И более того, ну вот первый юнит, который сейчас мы с вами разбираем и демонстрируем вам, он представлен в четвертом упражнении в, ну, в формате предложений на английском языке. А есть ряд юнитов, в которых мы дали даже предложение на перевод с русского на английский. Для чего? Для того, чтобы дети все-таки могли, ну, отработать навыки перевода, какие-то улучшить, а также расширить синонимический ряд в русском языке. Потому что зачастую они даже не могут такого рода предложения построить верно, стилистически верно на русском языке. Вы, Юлия Николаевна, еще что-то хотели добавить, возможно? Ну, да, вот про эту маленькую приписочку, которую вы, наверное, все заметили, да, в фиолетовом прямоугольнике под четвертым заданием. Согласно заданию 38, после вступления экзаменуемый должен описать 2-3 факта из данных и представлены в таблице и диаграмме, а дальше сравнить 1-2 факта. То есть мы здесь речь ведем о втором и третьем абзаце. И мы предлагаем порассуждать учащемуся вместе с учителем. Как вы думаете, для раскрытия какого аспекта возможно использование утверждений из задания 4? Сделали мы это намеренно? И формулировали мы их таким образом? Потому что мы знаем, что особенности формата и ответа, которые требуют от нас ЕГЭ, что... как Мария Валерьевна всегда об этом говорит, да, что в третий абзац требует присутствия числовых данных, обязательно должно быть присутствовать объяснение, сравнительные конструкции. А во втором абзаце мы просто описываем какие-то факты из таблицы. На этом мы опять же обращаем внимание учащихся в какой абзац может быть подобное предложение. То есть тем самым мы на самом деле тренируем навык структурирования своего ответа. Вот, например, взгляните, пожалуйста, на третье предложение. The percentage of adolescents who uses support services or helplines for teens is... ну, я вам подскажу, потому что, чтобы не крутить обратно, ответ здесь low или the lowest, amounting to 2%. Как вы думаете, в какой абзац подошло бы это предложение? Во второй или в третий? Так, коллеги, смотрю за вашими ответами. Здесь нет сравнительных конструкций. Второе пишут. Да, второе. Да, да, второе правильно. Описание. Да, нет, это конструкция. Ну, тем самым я просто привела такой простой пример, да, но также мы вот рекомендуем разбирать с учащимися, обращать их внимание. Есть сравнение, нет сравнения, есть объяснение, есть цифровое, числовое выражение, нету. Все, Алина Дмитриевна, спасибо. Да, все, благодарю. Далее мы переходим с вами к
Получается, пятом, да, упражнении, Николаевна? Ну да, у нас идут упражнения, вот, группа упражнений на лексику и грамматику. Это, ну, была часть грамматики, сравнительные конструкции. Сейчас будет часть лексики, линкеры и синонимы. Да. Ну, в целом, про пятое я вам уже отчасти сказала, да, что она тренирует как раз-таки вот линкеры. Наверное, можно уже сказать тогда про шестое упражнение. Шестое упражнение, здесь требуется что? Replace the words and phrases in bold with their synonyms. Работа с синонимами. На самом деле, по опыту проверки письменных работ нами было отмечено, что очень часто мы сталкиваемся с чем? С тавтологией при проверке. Все это, безусловно, происходит у нас из-за скудного запаса лексики. И, ну, помните, в старом даже формате эссе требовалось перефразировать тему, да, и очень часто обучающиеся тоже, ну, как бы, приходили в некое замешательство, потому что, скажем, слово teenager, да, для них было тяжело найти синонимы для этого слова. Или там adult тоже казалось для них трудным. Ну, вот, и собственно говоря, мы отобрали некий ряд часто повторяющихся слов из темы в тему и попытались их внедрить вот в это задание для того, чтобы они могли подбирать большое количество синонимов и непосредственно умели перефразировать предложение. Да, наверное, вы тоже как практикующие преподаватели сталкиваетесь с такой ситуацией, что вот ребенок знает, как сказать, написал предложение, шаг влево, шаг вправо, он уже его переделать не может. То есть он не может поменять грамматическую конструкцию. И опять же, из-за чего? Из-за того, что он лишен вот этого количества лексических единиц. Поэтому, собственно говоря, такого рода задания мы внедрили. Более того, мне кажется, что при работе с таким упражнением очень будет уместно работать с англо-английскими словарями, да, с дефинициями и с тезаурусом синонимов. Я думаю, что тоже можно будет это как-то дополнить и, соответственно, расширить, еще раз повторюсь, лексику. Так, далее следующий вид упражнений – это у нас упражнение на речевую практику, в частности, вот упражнение 8. Как правило, это, понимаете, да, после седьмого упражнения, после того, как мы вывели problems и solutions, мы это дело должны как-то обсудить, прокомментировать, и вот восьмым упражнением идет look at, at your partner's work and answer the questions. Is the problem real or unreal? Is the way of dealing with problem effective or ineffective? And why? И вот это вот why вы прекрасно знаете тоже, что и в личном письме, и в эссе всегда спрашиваются с обучающихся. Они должны уметь аргументировать свой выбор. Также обучающиеся должны уметь выражать свое мнение по теме. Поэтому в данном случае предполагается, что данное задание может быть выполнено устно, да, это можно сделать в каком-то формате дебатов, возможно, какой-то brainstorming сделать, который поможет, соответственно, правильно вывести на какой-то conclusion со своим мнением. Так, следующее, Юлия Николаевна. Далее, девятое упражнение, оно точно так же у нас нацелено на речевую практику. И здесь мы в девятом упражнении предлагаем некие, ну, выдержки, либо какие-то цитаты, да, спасибо, слово забыла, либо цитаты, которые точно так же помогут выйти на обсуждение. Ну, и, соответственно, conclude by giving your opinion and explaining it, да, там, on the importance of something. И очень часто мы сталкивались при проверке с такой проблемой, что обучающийся дает conclusion, ну, вот этот шаблон, который они заучили, а пояснить, почему, они забывают. А мы всегда знаем, что это очень строго наказуемо у нас при проверке эссе. И еще раз подчеркну, что вот это вот on the importance of очень важно, что мы туда заложили. Мы опять же варьируем здесь Да, и тренируем вот для тренировки вот этой вот гибкости в идеях, в подходах. Да, и тренируем внимательность при
прочтении задания, так скажем. Ну и в конечном итоге, конечно, мы выходим после проделывания всего этого ряда упражнений на написание эссе, и предполагается, что все эти упражнения, они помогут обучающимся рассмотреть проблему комплексно под разными углами, и, ну, как уже и Юлия Николаевна говорила, и мы по понятной причине одной и той же версии придерживаемся, что именно в стрессовой ситуации, когда дети находятся на экзамене, обучающиеся теряются и смотрят на проблему однобоко. Вот когда проверяешь много-много работ, видишь, что 80% выбирают один вариант, да, а там 20% другой, и, как правило, большая часть детей раскрывают одну и ту же проблему. То есть получается разный взгляд на одну и ту же проблему они не могут даже как бы увидеть, рассмотреть. Поэтому я надеюсь, что вот если заниматься по этой системе упражнений, все-таки это даст некую уверенность на экзамене, что ну, не с этой точки зрения посмотрю на проблему, ну так с другой. Не с другой, так с третьей. И они будут увереннее себя чувствовать при написании вот эссе. Да. Я также дополню, обращу ваше внимание, что вот 10-е и 12-е упражнения, которые сейчас выведены на слайд, по сути, они являются уже теми заданиями, которые мы видим в формате ЕГЭ на самом экзамене. Но мы и здесь предложили тоже такое поэтапное, пошаговое. Сначала мы предлагаем ребятам в группе написать сочинение, то есть всем вместе. Одна часть, один пишет вступление, другой пишет второй абзац, третий абзац. Опять же, чтобы это все сделать, надо поработать в группе, надо обсудить, прийти к единому знаменателю, чтобы выстроить все это логически, чтобы первый и пятый, да, ученик совпадало, да, их, так скажем, видение этой ситуации и проблемы. Вообще вот это вот групповое обсуждение представляется прекрасной возможностью для не только для совершенствования коммуникативных навыков, но и для такого усиления и улучшения своего критического мышления, чтобы свои аргументы они могли тренировать, чтобы были более весомыми, так скажем. Опять же, лишний раз помощь учащимся, чтобы они чувствовали себя увереннее на экзамене. Итак, подводя итог всему вышесказанному, буквально пару слов еще скажу. Как нам кажется, наше учебное пособие оказалось таким очень многофункциональным. Получилось очень многофункционально. Конечно, мы в первую очередь фокусировали его на письменном задании 38-м, но как можно тренировать письмо в отрыве от других навыков? Это почти невозможно. Говорение присутствует почти в каждом упражнении. Есть какие-то задания прокомментировать, на что-то, на какой-то вопрос ответить, поделиться мнением, обсудить. Лексика. Про лексику не забыли. Выполнение заданий на линкере – это та же самая тренировка к разделу грамматика и лексика экзамена. Мы даже про перевод не забыли. Да. В ряде перевод тоже важен, потому что, к сожалению, не везде, не во всех пособиях сейчас встретишь это задание. Да, в книге также предусмотрены и различные формы работы. Это индивидуальная работа, и парная работа, и фронтальная, и групповая. В целом книга очень удобная для использования, потому что вот также я вывела на слайды. После каждого юнита мы разместили такую очень комплексную ментальную карту, mind map, в которой мы предлагаем фиксировать ребятам те проблемы, которые обсуждались на занятиях, фиксировать, да, если идет обсуждение какой-то темы, нужно вычленить проблемы, зафиксировали проблемы, туда же можно вписать и активную лексику. Впоследствии, при непосредственном уже накануне экзамена, мне кажется, это было бы прекрасным подспорьем. А также в качестве справочных материалов, да, справочных материалов в конце учебника мы расположили собранные в одном месте
разделенные по группам линкеры и коннекторы, слова-связки, кусочек этой таблички я тоже вывела на экран. Но, в принципе, если у вас есть вопросы, Алина Дмитриевна, я просто сейчас чат не вижу, если по ходу вебинара были какие-то вопросы, или они возникнут сейчас, мы готовы ответить. Спрашивают, есть ли ответы на упражнения в конце издания. Безусловно. На те ответы, которые можно ответить, однозначные, есть. Те, которые с открытым ответом, конечно, нету. Линкеры, единственное, что вот линкеры, там несколько вариантов в каждом пропуске возможны, и все возможные варианты прописаны в ключах. И еще такой момент я бы, наверное, добавила. Это вот лексика, да, и упор на нее, который мы осуществляли в каждом абсолютно упражнении. Когда вы выходите, да, на устную какую-то часть, на говорение, на обсуждение, хотелось бы максимально, да, все-таки эту лексику вытащить из упражнений и заставить детей ее как-то выучить и, собственно, внедрить тело вот эссе, в говорение как-то вот эти вот единицы лексические внедрить, потому что, собственно, на это был упор тоже, чтобы как бы уровень, так сказать, знаний, он немножечко вырос. Ну, наверное. Какие-то есть еще там вопросы? В чате. Смотрим. Так, ну вот нет, наверное, если я пишите. Любовь Викторовна, а можно вас попросить, может быть, вы уже разместили, я не вижу ссылочки на книгу в чат. Да, Юлия Николаевна, я ссылочки разместила на книжку, ее можно приобрести в издательстве, ее можно приобрести и на Wildberries, и на Озоне. Все ссылочки в чате есть. Да, вопросов, судя по всему, я тоже пока не вижу больше. Коллеги, если есть какие-то вопросы, вам долго писать, да, вы можете включить микрофон и задать Юлии Николаевне и Алине Дмитриевне эти вопросы, так сказать, вживую. Аудио. Да, аудио, да. Вы можете сделать это. Хотите, видео подключите, как вам удобно, если долго писать. Коллеги, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Здравствуйте, дорогие коллеги. Здравствуйте. Из Хабаровска вас приветствуют. Я немножко опоздала на вебинар. Ночь у нас здесь первый час, но я в полном восторге от вашего пособия. Уже заказала Wildberries, уже получу 5 октября и начну работать. В День учителя я вообще просто такой подарок. Огромное вам спасибо. Светлана, очень всего приятно, доброго успеха. Очень приятно слышать такие позитивные, положительные отзывы. Спасибо. Коллеги, еще вопросы или комментарии какие-то нашим уважаемым авторам? Можно, пожалуйста, вопрос чуть-чуть не по учебнику, а по формату ЕГЭ? Да. Постараемся ответить. У меня вопрос. А почему, вот, так скажем, в том году произошли изменения по поводу критерия оценивания? Потому что если, вот, например, ребенок знал на какое-то количество баллов, приходится там пересчитывать, добавлять какие-то баллы. Ну, то есть как-то неудобно сделали вот эту критерий оценивания. С чем это связано? Почему там уменьшили, так скажем, вот за какой-то вариант ответов вместо, ну, вместо, раньше уже было 100 баллов, так скажем, а сейчас 86. Вот этот момент. Спасибо. Алина Дмитриевна? Вас не слышно. Алина Дмитриевна, вас не слышно. А на самом деле не уменьшили количество баллов, а просто поменяли шкалу, да, оценивания. Ну вот, в принципе, это нормальная практика, и она была заведена уже и в русском языке, и, если я сейчас не ошибусь, то и обществознание давно работает по этой системе. Я, к сожалению, наверное, вам не смогу ответить, почему было принято такое решение, но так или иначе, это не значит, что обучающиеся стали, ну, получать меньше баллов. Да, это стало неудобнее, возможно, но я думаю, что к этому можно привыкнуть. Но да, суть и принцип не поменялся.
сути, принцип не поменялся совершенно, да, но просто другая шкала оценивания стала. Да, пересчет этот стал непривычен. Мы с вами согласны, но тем не менее это нормальная практика. Ну, Вербицкая всегда говорила, что результаты ЕГЭ должны выглядеть в форме шапки, да? А у нас она все время изначально к левому боку заваливалась. Видимо, хотят выровнять. Вообще по тестологии эта шапочка должна немножечко, чуть-чуть сдвинута быть вправо. Угу. Да. Но у нас она заваливалась в другую сторону. Изначально. И, кстати, первые ЕГЭ ведь тоже были не 100%. Но, правда, там было из-за того, что говорения не было. Угу. Да, да, да. Но, к сожалению, за сам формат экзамена мы, наверное, не отвечаем, да, и сложно нам какие-то точные причины вам назвать, потому что разработка и формата, и самих вариантов занимается Мария Валерьевна Вербицкая и ее команда в Федеральном институте педагогических измерений, в ФИПИ, напрямую. Я думаю, что на ее вебинаре можно получить более точный ответ на этот вопрос про формат, почему были такие совершенные изменения. Коллеги, еще вопросы? Вопросы, комментарии? Комментарии особо мне нравятся. Благодарности. Все, что вы хотите сказать, вы можете сказать нашим уважаемым авторам сейчас. Ну, надеюсь, наш разработанный материал поможет при подготовке. Вот такая поэтапная, пошаговая, очень точечная подготовка, мне кажется, должна точно иметь успех. В планах, Алина Дмитриевна, поделимся, да, что в данной книжке у нас размещены лишь 6 тем. Да. Мы планируем продолжить, потому что в кодификаторе содержится гораздо больше темы. Мы продолжим развиваться. И еще один момент, да, помимо продолжения вот этих вот тем, также планируется издание у нас, опять же, с упором на лексику, неких упражнений, которые будут помогать для, собственно говоря, отработки. Да, для отработки, да. Это будет доп-материал для данного пособия. Да, именно по лексике, да, то есть непосредственно работа с синонимами, антонимами, фразовыми глаголами и так далее. Так что следите за обновлением. Да. Все, коллеги, спасибо большое за ваше время, за внимание. Вот кто-то у нас еще подключили микрофоны, может быть. Угу. Давайте сейчас. Коллеги, подождем. Есть еще какие-то вопросы? Я просто вижу, подключены микрофоны у кого-то. Нет, наверное, случайно. Угу. Наверное, случайно. Тогда, коллеги, мы завершаем наш вебинар. Благодарим Юлию Николаевну и Алину Дмитриевну за такой замечательный вебинар, за отличное, великолепное пособие. Вот, надеемся, что оно вам пригодится, оно вам поможет в подготовке ваших учеников. Ну и надеемся на продолжение работы и в плане новых пособий, и в плане вебинаров. Еще раз приглашаем вас. Спасибо большое. Спасибо. 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 До свидания. Спасибо. Только что включила. Коллеги, ссылочка на приобретение сертификата у вас в чате. Кто хотел приобрести сертификат, ссылочка в чате.